В Бурятии прокуратура начала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Улан-Удэ. Сегодня утром пассажиры рейса в Хабаровск потребовали вернуть самолет на стоянку, когда он уже начал взлетать. Так выяснилось, авиакомпания Air Aero без предупреждения заменила новый лайнер на потрепанный Ан-24. По словам пассажиров, салон и кресло требовали серьезного ремонта. Сам полет угрожал растянуться на 8 часов вместо запланированных 3,5. Машине из-за ее характеристик требовалась дозаправка в Благовещенске. Когда при взлете из двигателей пошел дым, возмущенные пассажиры вызвали членов экипажа. В итоге борт вернули, часть пассажиров покинула салон, предпочтя добираться в Хабаровск к другой авиакомпании. Остальные согласились продолжить полет. В самой Air Aero говорят, что перевозчик имеет право заменить самолет.